Мы, друзья, ехали-ехали по Индиане, думаем, надо покушать. И стали смотреть на Yelp, где там рекомендации хорошие, недалеко от того места, где мы ехали. И вот попали вот в такое кафе, называется Great Lakes Cafe. Очень много всяких положительных отзывов. Но дальше, когда мы уже доехали, тут такое место, где водители закусывают. Вот место такое экзотическое, видите, тут все-таки село, ну как бы небольшой город. Это на сегодня у них тут. Это автомат с коком и весь в фотографии. Это к Хэллоуину. Это нам друзья дали такой супчик. Как он? Куриный, да? Chicken noodle. Мы спросили у работницы, кто здесь закусывает. Она говорит, ну, во-первых, тут работники, рабочие с фабрики, не фабрики, завод стальлитейный какой-то. Вот. Во-вторых, парамедики, то есть скорая помощь, грубо говоря, полиция, там, пожарники. Очень колоритные ребята. Очень колоритная публика, да, я думаю, вот вы, может быть, видите, там такие хорошие такие парни, бойцы такие сидят. Вот так, друзья, вот так обедают работники транспортной индустрии, парамедики, полицейские, пожарные, такие громадные порции, громадные. Вот, вот столько дают, значит, слово вылетело, дрессинга, вот столько дают дрессинга. Да, мы будем как люди физического труда. Но мы, конечно, не едим все подряд, мы хлеб не едим, мы так его уберем, оставим там котлетку. Глядя на вот эти, я так не побоюсь сказать, лошадиные порции громадные в этом заведении, я, знаете, что вспоминаю? Была такая песенка у группы «Белая гвардия», там «Мы дети уличных кофей». И вот там такие были слова: «А ну-ка, пташечка», там про кофе, они кофе пьют, «давай по чашечке, мы не в Швейцарии с тобой живем. Они стесняются и пьют наперстками, а мы с тобою душу отведем». И вот здесь люди явно отводят душу, потому что я не припомню, чтобы такие громадные были салаты. И сэндвич тут был, бёргер. Бёргер. Я говорю, их много, знаете, там один называется трак-драйверс бёргер. Значит, я говорю, а какой у вас самый такой фирменный, шикарный? Они говорят, вот, говорит, Great Lakes, Великие озера, Great Lakes, там бёргер. Я его взял, вы его видели, он был хороший. Вторник, где-то уже часов так примерно 4:30. Мы снова в аэропорту Чикаго, вылетаем на Сан-Франциско. И сегодня гораздо многолюднее, чем было, когда мы приезжали, но там у нас был комментарий по поводу прилета, что я скрываю очереди, и тазики, которые стоят тут на полу во время дождя. Но вот тогда был дождь, и тазиков не было, сейчас дождя нет, и тазиков тоже нет. Вот. А есть вот то, что вы видите своими глазами. Вот. И если у кого-то мысль есть о том, что я что-то скрываю, вот, пусть обратится к специалисту. Есть люди, которые специально по этой части, когда мнительность вот там, или там, ну, сами знаете, я диагнозов не ставлю, я не врач. Вот. Может и течет, откуда мне знать-то? However, in just about 5 minutes or so, we'll be closing the door, and at that time, you'll need to power down laptop computers and other large electronics, and all those smartphones and tablets will need to go to... Вот так на взлете из Чикаго, друзья, выглядит Чикаго. Ну, к сожалению, я не могу приближать.
картинку. Камеру у нас с таким фиксированным фокусным расстоянием. Ну, вот так это выглядит. Лично я, друзья, очень люблю смотреть на облака. Они какие-то такие красивые, что ли, неожиданные. Вот так смотришь, и каждый раз они другие. Мы, друзья, получили еду. Это салатик, тут кусочек хлеба, булочка с маслом и курица с рисом, это называется. Курица с рисом. Так, смотрим, что у Светланы. Так, снаружи не видно ничего. Ну, а что это, скажи? Это бракулини маленькие, да, тоненькие. А вот это... каша какая-то? Это не каша, нет. Это краб и макароны с сыром. Макароны? Макароны с сыром, с крабом. Понял, с крабом. Ну что ж, друзья, огней становится больше, и они становятся ближе. Мы движемся на посадку. Вот мы, друзья, и уже в аэропорту Сан-Франциско. Это новое крыло, отстроили недавно. Вы видите, тут симпатично очень. Это терминал компании United. Обычно мы, друзья, на этом месте стоим и ждем чемоданы тех, кто к нам приезжает, тех, кого мы встречаем. А сейчас как бы ситуация меняется, мы сами приезжаем и сами ждем своих чемоданов. Вот спросите, друзья, спросите себя, откуда такой грохот в аэропорту? Ну вот что гремит? Я не знаю. Но грохот вы сами слышите. Такое ощущение, что над головой едет электричка. Вот. Вы видите Сергея, нашего сотрудника, который... Да. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Так, забирайте. Да, это мы забираем. Значит, Сергей героически... Света. Так. У нас не так много вещей. У нас один чемодан и две ручные клади. Давай-ка подержим. Да, держим.